Итоги года сегодня подвели в Министерстве обороны. Как заявил на селекторном совещании глава ведомства Сергей Шойгу, один из главных результатов – обеспеченность военнослужащих жильем удалось повысить почти на четверть. Выросли объемы строительства в военных городках, служебные квартиры в 2015 году получили более 26 тысяч человек. Сергей Шойгу также заявил, разработана новая система контроля за использованием бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. По словам министра, особое внимание в этом году уделили поставкам современного вооружения и техники. Создан новый вид вооруженных сил, воздушно-космические силы. Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 47%. Количество контрактников рядового и сержантского состава впервые превысило число военнослужащих по призыву. В целом текущий год отмечен положительной динамикой в развитии вооруженных сил. Тем не менее, нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжить совместную работу по выполнению поставленных руководством страны задач.